Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Час дьявола. Когда это время наступает и почему оно так опасно? В сегодняшнем видео вы все узнаете. Час дьявола – это особое время, которое приходится на период глубокой ночи с 3 до 4 часов. Это опасный момент, поэтому подтвержден важными приметами. И все они неразрывно влияют на психологическое состояние человека. Если проснулись один раз именно в этот период, ничего страшного не произойдет. Но если приходится просыпаться с завидной регулярностью, то уже нужно насторожиться. Судьба посылает подсказку, что в вашей жизни что-то происходит не по правилам. Почему время с 3 до 4 часов ночи считается опасным? В этот момент можно встретиться с нечистой силой. И тому являются подтвержденные истории и рассказы многих людей. Также час дьявола имеет такую же магическую силу, как и пятница 13. В это время активизируются духи, поэтому людям свойственно увидеть призраков в это особенное время. Период глубокой ночи – это время разгула потусторонних сил, которые наделены огромной силой. Что может произойти в это время? Не исключено, что человек может стать свидетелем каких-то необъяснимых или паранормальных явлений. Также в колдовское время люди могут исчезать или пропадать. Высокую активность проявляет домовой. Если его потревожить или он будет в плохом настроении, он начнет шуметь, обязательно разбудит всех домочадцев. В промежутке с 3 до 4 часов ночи проводится множество темных колдовских обрядов. Они имеют особенную силу, если будут проведены, особенно на кладбищах. В этот период нельзя гадать, нельзя проводить никаких магических обрядов, потому что все это будет идти против человека. Также в этот период, если вы проснулись, никогда людям не желайте зла. Любое зло обернется против вас. О чем говорят приметы в этот час? Это не лучшее время, когда нужно отправляться в дорогу. Также в это загадочное время, если вам посчастливилось бодрствовать, нельзя вспоминать плохими словами людей, которых уже нет в живых. Также в этот час особенно обостряется чувство страха. И даже если это ощущение нахлынуло на человека, ему нельзя смотреть через свое левое плечо, так как в это время в его душу могут проникнуть различные сущности. Если человек постоянно просыпается в одно и то же время, это говорит о большом влиянии на него самого, и он в этот период может ощутить и даже почувствовать взгляд. Если такие ощущения не покидают человека на протяжении какого-то определенного времени, это указывает на дурной знак. Значит, на человеке есть проклятие либо порча. Число ночи имеет равную силу со знаком числа зверя 666. Если вы часто просыпаетесь в этот отрезок ночного времени, и чтобы не попасть под влияние дьявольских часов, обязательно в этот период рекомендуется зажечь свечку. Огонь свечи обязательно уберет негативные воздействия. Ну а для того, чтобы в этот час не просыпаться, очень важно себя обезопасить. А для этого перед сном можно послушать приятную музыку, медитировать, ну или сказать волшебные слова. Когда вы уже легли в постель, то обязательно скажите всего одну фразу, а фраза идет такая: «Мой ангел меня оберегает, белым светом меня окружает». Вот проговорили один раз, и можно спокойно ложиться спать. И вот будьте уверены, что вы будете в безопасности, и никакие ужасы вас не потревожат.